мои дорогие телезрители, рад приветствовать. Смотрите, машинка настолько маленькая, что здесь все маленькое. Зеркала маленькие, экранчик маленький. Смотрите, вот так вот такая камера. Огонь. Ну и что, и едем отсюда. Едем мы на фирму аллигаторов. Ехать нам 2 часа 4 минуты 150 километров на этом замечательном звере. Да. Едем мы вот Орландо, мы сюда в середину как бы Флориды заехали, а теперь обратно возвращаемся. Head East. Мы только, даже здесь, а он нам Head East. Мужа на Исте, блин. Ага. И получается, едем на побережье Атлантики. In 400 meters, turn right. Вот. Сейчас, может, я хочу один раз газануть. Держи авокадо свой. Сейчас вот здесь вот только за бугор заеду. Я просто хочу в газ влупить. Мне интересно, что произойдет. А, здесь speed slowdown 5 миль. Давай. Ух ты, ёкарный бабай. Боком, боком. Задний привод. Сейчас, секундочку. Я выйду отсюда только. Охренеть. Бочком пошла. Ну да. Так, exit. Так, все, я наступаю на газ. Да, ты уже наступал. Вот, боком идем. У-ху-ху-ху. Вот это кайф, я... Вау! Вот он, для чего нужен задний привод, я теперь понял. Но это не мое. Полный привод – это огонь. Я так скажу. Ладно, ехали. Что-нибудь интересное, я вернусь. Вот, начнем с 3,7 литра мотор V6. 300 PS, Ford Mustang 17 года. С нуля на 100 километров за 5,5 секунд. Поехали. Вот я встал. Сто. Жесть, я люблю эту тачку. Вот для чего нужна такая машина. Жесть. Дубы? Да. Это вроде нас дубов из коры. Поместится. Юху, мы приехали. Официально заявляю, я в палатке. Город так и называется, палатка. По-любому какой-нибудь русачок назвал. Город приехал, палатку разбил. Говорит, палатка будет. Так, что, ехать нам еще 55 километров. Палатка High School, смотрите. To good be the glory. Класс. Офигеть, город палатка. Я в шоке. Красота какая палаточная. Палаточка. Я до сих пор кайфую с этого названия. Палатка у меня на карте вон там. Палатка, саут палатка, норс палатка. Сейчас тут какое-то озерцо проезжать будет. Блин, все такие машины высокие, огромные по сравнению со мной. Я тут на полу сижу. О, Марусь, смотри, какой мост. Mm-hmm. О, мы переезжаем, кстати, да. Через речку. Посмотри, это озеро или, по-моему, озеро. Тут, там аллигаторы. Байкер какой. Сан-Джон Ливы. Круто. Сан-Джон. Смотри, какой байкер. Комбатс. Это прям река, смотри. Где? Прям река большая? Сан-Джон Ливы. Ага. Сан-Джон Ливы. О, смотри, какой еще на трехколесном. Ай, красавчик. И колоритный. Ага. Ну вот, Санта-Аугустин. 28 миль, собственно говоря, туда, на аллигаторскую ферму мы и собираемся. Вот, крокодайлов я уже видел ферму. Во Франции, как ни странно. Теперь посмотрим на ферму аллигаторов. Так вот, почти приехали. Климу выключил. Волновато было. И сразу влага такая тропическая в машину. Осталось нам 14 минут 11 километров до фермы с аллигаторами. Оказывается, там и лемуры, и попугаи, и питоны, и все есть, и черепахи. Сейчас походим там, погуляем. Вот. Сейчас со светофора
BMW 435-ю просто как стоячего. Ну, он реально еще стоял. Я не знаю, может, он со мной не соревновался, но тоже хорошо дернул. Но не было у него шансов. 3,5 литра проиграли 3,7. Муа! Так, ну вот мы въехали в город Санта-Агустин. Мы еще в него приедем. К нему еще вернемся, и потом я все расскажу. Какая жара! Сейчас рука сразу потеть начнет, покрываться вот этим. Вот она, Санта-Агустин Аллигатор Фарм. Ну давайте, ладно, я секрет вам раскрою, где мы находимся. Город Санта-Агустин, здесь находится эта фирма. Санта-Агустин считается самым старым городом в Соединенных Штатах Америки. Во как! Мощно задвинул, да? Вот и я про то же самое. 1500 какой-то год, точно не помним, но... Вот. Та-ра! Заходим. 1893 год, у аллигаторов на ручке. Круто. Эй! Как клёво! 51 бакс стоит за двоих вход. И я что вижу? Смотрите, вот они! Их сейчас кормят как раз. А вот... Они сейчас кормят. Да? Вот они, смотри, маленькие аллигаторчики. Фруэй! Вот они какие клевые. Где они кормят? А вот. А вот девочка идет с едой. Черепаха. А вон кидают им еду. Смотри, они бегом, бегом, бегом. Они прям попрыгивают из воды, жрут. О, Марусь, смотри. Что они поели? Ужас какой. Вон ты посмотри, какие огромные они лежат. Кто доедает? Вот сейчас, смотри, еще вот что-то он кинет. Вон кинул. Кого-то доедает. Ничего. Смотри, попугай желтый кричит. Вот, смотри. Они огромные. Во-во, полез в воду, смотри, аллигатор. О, мужик, он что, дурак? Как он туда? Зачем? Мужик, убегай. Что сейчас было? Мужик, смотрите, за хвост аллигатора сейчас дернет. Вон. Говорит, двигайся. Смотри, что он делает. Смотри, смотри, что он делает. Офигеть, что он вытворяет. Он уже за хвост. Того за пасть, смотри, трогает. А, ну у них же механизмы, они захлопнут, но открыть они рот не могут. Смотри, мышь. Вон, мышка. Вон. Офигеть, он его дразнит мышью. Он жирный, еле ходит. Не-не-не, ты что, есть зубы, вон они какие. А у них они нерегулярные? Да-да. Нерегулярные, да, они к дантисту не ходят. О, смотри, мышь съел. Да. Целый парк, смотрите, огромный. Так, ну что, идем по карте с самого начала. О, это альбинос, смотрите. Аллигатор альбинос. Класс. Что с ним, Марусь? Смотри, какая у него плоская морда. У крокодила острая, а у этого плоская. Они сгорают на солнце, поэтому они в темноте. Это болезнь, генетическая болезнь животных. Ну это как пантера, такая альбинос. Ну это болезнь. Это кайманчики. Да, а вот они, ты вот сюда посмотри. Вот они, кайманчики. Это кайман. Ага, клево. А вот здесь еще кто? А где они? О, Маш, какая большая черепаха, смотри, вон там плавает. Обычный кайманчик. О, это же эта, которая... Как она? Нет, простая, обычная черепаха. Вон, а вот здесь... Вот он, Марин, смотри. Прэй! Классно. Знаешь, какие они вкусные? Их ягуар жрут за милую душу. Хочешь крокодильчика? О, вон они. Вот, да, да, да. Вон тот, смотри. Где это я? Вот это ты. После лифта? Смотри, Марусь, вот они. Вон, 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 вон. Это хэтчлинг аллигатор. Да, тоже аллигатор. Ну, это маленький. Ну, аллигатор. Это бит аллигатор, это не дети. Ага. Видите, черепашки с хвостом. Я вижу. Там это череп... Ой, две. Да я вижу. Вот этот или тот? Да не он. Тот убитый. Да, а просто... вон вылазит из воды еще один.
Класс. Привет. Попка. Попка дурак. О, я тебя нашел. Вон ты гуляешь снизу. Как он голосит? О, Маш, смотри, вот она выбежала, обезьянка, вот маленькая, черная. Смотри, какая, вот кто это? Кельдисманки. Ага, вот еще один. Вот там еще, вот там ты на дерево села, вон там с хохолком, видишь? Вот сюда прибежит сейчас. Класс. Обезьянка? Слышал, как он кищит? Вот этот, обезьянка. Вот так. Офигеть, целую лапку почесал. Круэйт. Посмотри сюда. Обезьянка. Land of Crocodiles. О, что еще клево? Здесь зиплайнеры есть прямо в парке. Там снизу аллигаторы всякие ползают, бегают. А они... Лазит, вон она. Да, я видела. Это галапагосская? Это не. Североамериканская, красноногая и малайская. Ага. Вот малайская. Ага. Клево. Сколько зиплайн стоил, мы смотрели? 70-50? 37,67. 37,67 баксов. 37,40 минут. Угу. Оренока крокодил. Я. Yeah. Mm-hmm. Ты его видишь? Вон он. Вон там лежит. Да, вижу. Угу. Они все не маленькие тут. А вот, смотри. Смотри. А это моралет. Сюда смотри. Ой, будь здоров, спасибо. Девочка вам пошла. Тамарин. Вон он сидит. Вот такая вот обезьянка. А как того звали? Вот кайман. Сифака, да? Да. Вот якарь. Где он? Ты его видишь? Вот он. Вот он, кайманчик. Смотри, как он там сидит. О, глаза открыл-закрыл. Клево. Вот малазийский гигант. Тёртл. О, Маш, смотри, вот он. Он настоящий. Да, он живой. Нафиг такому на обед попасться. Ага, вот еще, смотри. Смотри, вот этот. О, да, смотри, ее дети. Вот сколько их тут. Это мама. Типа, а? Все. Все, ну. И кто час. Это? Сиамезы, крокодайл. Куда? А ну вот, взятки. Ага. Чего? Кто это? О! Это Турух Махто. Углядя низу. Один красный, а другой желтый. Ага, это кто это? На туканов вот. Похоже. Это хорнбил. Ага. Где у одного белая голова, у другого черная. Да. Красная, не это мужик и женщина. Нифига себе, ты видел? Он пролетел или прыгнул? Да, он летает в прыжках. Там еще кто-то лезет к ним. Где? Да я видел. Теп. Давай, прыгай. Вот. Это один мужик и две самки, походу, у него, да? О, не любовь. Вот сейчас. О, еда. Вот, смотри. Почка любовь. О, говорит, на, кушай. Ты видел, он берет на клюв, да, потом да. Подкидывает и глотает себе. Сначала угу. Мужчина, потом женщина. Ага, сначала мужик поест, потом жена вот прилетела, говорит, дай мне, он говорит, пошла, вон. Ты не заработала. Смотри, она его... Ну, это типичная баба. Смотри, она его толкает, говорит, да, я тоже хочу. Видишь, он клубничку держит. А третий это... Маленький. Видишь, она самый младший. Ага. У нее вообще не вырос толком. Но. Поэтому это... последний. Это их птенечек, походу. Класс. Какой? Вот какой пузатенький. А вот черный кайман. Вкусняшка. Этих, как их зовут? Блин, ягуаров. Вот это огромный. Вот синий клюв у уточки. Вон большая черепаха. Здесь плавает большая. Вот смотри, она ест вот эти шарики.
Смотри, течение куда-то штормит. Пойдем. Ну что за попугай здесь орет на дереве? О, Маша, вон большая черепаха. Класс. Да я думаю, что ж ты кричишь-то? Вот он сидит, смотрите, синенький сам по себе, тут красненький. И они просто так сидят. Попка дурак. Кар, скажи кар. Скажи, Цой жив. Скажи. Hey! Hello! 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 Кто кого передразнит? Hello! 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 Клёвый какой! О, вон, смотри, огромные. Вот это галапагосские. Да, там нужно гулять, закатываешь. Так, мы зашли. Что у нас в Birds of America? О, вон. Смотри, это гриф, который вон. Какие, вот он зебру ест. Видишь, вон они лежат. Это зебра напополам. Ё-моё. А, это скульптура. Вон он, ты посмотри, какие вон они там гуляют. Жесть, какие грифы. Вот они тут маленькие, большие гуляют все. Жесть. И реально зебра как настоящая. Ёкарный бабай. Birds of Africa, а не Америка. Где? О, лемур? Где? Привет, братан, здорово. Вот он, смотри, еще снизу. Да не, он лежит, он ногу задрал, гляди. Он говорит, оставь меня, старушка, я в печали. Что вообще такое? А вон тут нормальный... Ой, привей, здорово! Вон нормальный полосатый, который с Багойзи. Ну, эти классные, мне нравятся рыжие больше. О, не, мне тебе больше нравится, чем рыжие. Вон он, все, встал. Где? Нет. Все, пойдем. Вот, Мороз, тут большие черепашки. Вот они. Просто огромные. Ой. О, смотри, как она ест. Смотри, Марусь. Смотри, она ест прям травку. Все втроем. Нет, мама, пап, я. Класс. Оазис on the Nile. Вон он, пасть. А, с этой стороны его лучше будет. Да, вот он. Нильский крокодил лежит. Нильский крокодил, если я не ошибаюсь, самый большой крокодил в мире. Больше? Ну, не факт, что этот самый такая крупная особь. Я, по-моему... Да, я думаю, что Нильский самый большой такой. Так, тут все Египет. Нефертити. Он говорит, ну вы прям Нефертити. Да не ферчу я, не ферчу. Смотрите, египтяне даже маленького крокодильчика заегиптянили. Офигеть. Вот так вот. Обалдеть. Вот это красота. Сколько их тут аллигаторов. Че смотрите, черти, я невкусный. Я как майор Макнапс. В речке нет, а вот в озере, да, вот так вот попробую куда-нибудь, вон спрятался, даже не видно, даже тело не видно, а тело буквально 10 сантиметров под водой, только видно вот харю, нос и глаза, все, коряга, думаешь, какая-то, вот, смотри, Маш, вот плывет, смотри, вот, хвостиком туда-сюда, тюпок, смотри, класс, о, вот они, да они тут везде, ё-моё, она же туда дальше уходит, ёкарный бабай, да, натуральное озеро, они вокруг него вот что-то парк понаделали. Ну, а смотри, он лапы просто, он просто тащится, вот. Просто хвостиком туда-сюда. Даже лапами ничего не шевелит. Как я сегодня прям на дайвинге.
Ну, лапкой, лапкой повел, смотри. Поворачивает, поворотник показывает, видишь? Ну, давай, вон плыв, о, вон, он навстречу плывет, смотри, разогнался, что-то случилось. А, он думает, я ему жрать дам? Походу, да. Ты тупое животное, нет у меня еды. Дитя видела, слышала радости? Уии, крокодильчики. Аллигаторы. Сейчас вот денежку закидываешь, вылазит еда для крокодильчиков. Смотри, смотри, вот они все здесь приплыли. Маша, иди сюда. Сейчас будет еда, сейчас они будут выпрыгивать. Вот, какие-то какашки вытащил. Говорит, детям раздал. Сейчас, вот они кидать. Аллигаторчики, хотел сказать, бедные. Да ни хрена не бедные. Не их в парк заселили, а парк построили вокруг их. И что-то я беру свои слова обратно по поводу во Франции на ферме больше крокодилов, чем здесь аллигаторов. О, здесь подводный взгляд на крокодилов. Смотри, Марис, какой он большой. Хрена себе. Ты понимаешь, что он 5 метров в длину? Я там помещусь вот от одной лапки до другой. Это будет 2 метра, да, он от лапки до носа. И плюс хвост такой же. Ребро 4 метра. Жесть. Нет, ты понимаешь, он же меня целиком не будет, он меня по кусочкам туда складет. Квадратиш практиш гуд, туда и ты еще залезешь. Ну, с ножки начнет. С ножки начнет, да. Так, о, да. Комодо драгон. Комодо варан, самый большой варан в мире. И ядовитый. Слюна его. Один раз куснет, потом ходит за тобой, пока ты не ляжешь. А потом со всего острова сбегаются такие, просто рвут в кусочки. Вот, видите, бычок, рога его, буйвол настоящий. За час толпа варанов разделывают буйвола. Вот только рога останутся. Даже копыта жрут. Класс. Знаешь, Марусь, я сейчас тебя ощущаю, как будто где-то действительно на Бали. Где-то в Индонезии или в Малайзии где-нибудь. Ага. Класс. Ну что, мы уже подходим к выходу, вот так быстро пробежались. Все про все у нас заняло 50 минут, все хорошо, да, посмотреть. Поели. Да, крокодилы поели, а мы жрать. А, все, вот, вот начало. Ну все, о, Маш, смотри, пошли ближе сюда подойдем. Вот, смотри, огромные. Смотри, два старика-самоубийцы. Вот, Маш. Че, хвостиком? Ну, хвостиком только что, прям вот так вот делал. Вот полз, который. Смотри, он пополз, него, ага. Он через него перелазит. И этот поползет. Да, вот это возбудил еще. Смотри, там на голову наступил. И тому. Иди, лапы его по морде. Да. Ну, посмотри, какой наглый. Это папа, папа. Класс. Подожди, Марусь, смотри. Вот ты сюда смотри, какие огромные. Наглые. А вот эти... Ух ты, ни хрена ж себе. Это что? Гребнистый крокодил какой-то. Нет, это аллигаторы. Это не крокодилы, это по морде видно аллигаторы. Смотри, Маша, иди сюда. Быстрей. Говорит, лег спать, говорит, чур не щекотить. Так, ну что, вот видите, 50 минут хватило, мы здесь все прогулялись. И покидаем эту ферму. И, ребятушки, на этой нотке целую всех в пузико. Ставим лайки, комментим, про инстаграм не забываем. Мы увидимся в следующем выпуске. Сейчас едем в город Санта-Августин, прямо в центр, жрать. Собственно говоря, мы здесь и находимся, но посмотрим, что из себя представляет самый старый город Соединенных Штатов Америки. И здесь океан. Может быть, вечерком заедем и искупаемся, но все в следующем выпуске. Адиос!